Итак, друзья, Дмитрий Ермолов, выставка живописи в галерее. Смотрим картины. Посмотрим картины Дмитрия Ермолова. Честно говоря, я с ним не знаком. При открытии не было у меня, поэтому вот такие, друзья, картины. Крыша Петербурга. 14-й год, совершенно еще свежая картина. А это, друзья, мост и собор. Ну, это, естественно, Большеохтинский мост, друзья. Все его питерцы знают. А это что у нас, друзья? Это Венеция. И тоже все 14-м годом, нынешним годом. А это что у нас, друзья? Вид на набережную. Ну, год не буду называть, потому что все... Такая вот картина. Привычный для санкт-петербуржцев. Для петербуржцев. Тут мойка. Тоже знакомые. Узнаваемые. Это, друзья, у нас парусник на Неве. Исаакиевский собор чуть дали. Довольно приличные картины. Озеро Стино. Вот это уже, друзья, 11-й год. Старая Ладога. Кому-то она, может быть, и знакома. Дальше у нас вот идут ордер, друзья. Нам это не надо. Смотрим дальше Дмитрия Ермолова. Букет сирени, друзья. 14-й год. Такая вот картина Дмитрия Ермолова. Следующая. Красные розы. Что-то сильно напоминает. Недавняя выставка. Это что у нас? Сирень в Екатерининском парке. Это уже Пушкине. Это Венеция, друзья. Интересные картины. Мост вздохов. Ну, это Исааки. Трудно ошибиться. Называется «Чудо Монферрана». Ну, это действительно «Чудо Монферрана». Нельзя не согласиться с художником. А вот «Ледоход на Неве». Тоже уже 12-й год. Такая вот картина, друзья, Дмитрия. Детство. Напоминает стиль Николая Блохина, не досказал. Я немножко тоже так же. Такой же стиль живописи. Мечтатель. А это что у нас, друзья? Рассвет. 13-й год. Как раз на окна падает. Вот это вот картина. Утро. В
Дальше смотрим берег. Регата на Неве. Это вечерний Петербург. Вот так вот небольшой экскурс сделали, друзья, на выставке. Живописи Дмитрия Ермолова. Творческий кластер от музея. Вот на этом и закончим. Спасибо за внимание, друзья.